Всем здравствуйте! Кюхельбекер Вильгельм Карлович. Горька судьба поэтов всех племен. Тяжели всех судьба казнит Россию. Для славы Ирылеев был рожден, но юноша в свободу был влюблен. Стянула петля дерзостную выю. Не он один, другие вслед ему, прекрасной, обольщенные мечтою, пожалися годиной роковою. Бог дал огонь их сердцу, свет уму, да, чувства в них восторженные пылки. Что ж, их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылки, или болезнь наводит ночь и мглу на очи прозорливцев вдохновенных, или рука любезников презренных шлет пулю их священному челу. Или же бунт поднимет чернь глухую, и чернь того на части разорвет, чей блещущий перунами полет сияньем облил бы страну родную. Всем спасибо.